не было ни дня, чтобы я не вспоминал о Дальнем Востоке. В основу мультфильма «Невельской» легли исторические события, связанные с эпохой освоения Дальнего Востока. Экспедиция под руководством адмирала совершила ряд важнейших географических открытий, а также основала город Николаевск. В обновленной концепции тизера появилось больше дальневосточного колорита природы Хабаровского края и его животного мира. Здесь, конечно, виден только тигр, довольно своеобразного окраса, но у нас есть чем это объяснить. Вот, и здесь видна кабарга, которая также является, практически эндемиком Дальнего Востока, то есть встречается непосредственно на нем, и для зрителя, незнакомого с подобными животными, будет действительно вызывать богатый интерес. Новую версию тизера аниматоры презентовали губернатору Михаилу Дегтяреву. По его словам, дальневосточный колорит в отрывке мультфильма должен вызвать интерес не только у местных жителей, но и у гостей региона. Премьера анимационной ленты намечена на 2025 год. Вы стали брендом не только Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. Это ваша заслуга, кропотливый труд, понимание таргетирования, куда вы движетесь, где ваша аудитория. Молодцы. Поэтому молодцы, двигаемся вперед. Также на встрече стороны обсудили развитие творческих индустрий в Хабаровском крае. Для этого предлагается создать анимационный кластер МЁ. В него будут включены такие направления, как анимация, кино, музыка, разработка компьютерных игр, образование, маркетинг, программирование, архитектура. Анастасия Привецкая, «Большой город».